ману восстанавливать. О, ребаф дайте. Обновите. На пол. Думает танк. Хал. Первый ДК, значит. Все под жопу можете встать. Репоты на первой секунде на свой пул с Энджи пуляешь. Поставь только ровнее чуть-чуть. О, внимание. То спорами прям в яйца забегайте к нему. Чтобы та на танках все повесила споры. Литбор, медальку сяо, забегите в яйца. Приготовили массивы отдавать. Отдали массивы. Сэнджикс. Прохилили в начале всех. Вот теперь можете разбегать. Сэнджик, если есть, да. Я знал, что. Окей. Я понял, о чем. Квест кто-нибудь один офнится у фологу еще. Точнее, фобус. А он нам что за это? Он на профи все равно будет когда принимать. Ладно, этого без Геры убьем. Гера 7 секунд, когда надо было правую собаку начали. Так, Куся Уина по Сацуне, Изморский по твоя сестра. Тщеславность как откатится по Шамир. 6 стаков уже готовься на плотине. Нормально, главное, что там 10. А у тебя нужно будет взять макросы с Ифуна. Не макрос, чтобы скинул, короче, да, макрос, чтобы скидывал дебаф. 50 с массакры. Леголас, ты где там? Я там горю в сторонке. На, Мира. Я не пойму, Булдрен на второе дыхание, блядь, открывается. О, этот Афлик с 30% или с 35%, не помню. Экзекьютка начинается, Афлик начинают бить очень сильно. Там ему можно ПС-очки сейчас закидывать. Не надо, пусть на втором месте сидит, блядь. А кто на первом? Ты? Да. Бля, у меня ДБМ багает, на куб я вообще. Далеко? На третьем. Почетное третье. А где легалайз вообще тогда? Прямо за тобой. Только по ДПС урайса 1500. Позорное четвертое. О, осколок. Сейчас я пока вот дам это и Аня сразу. У нее будет. О, ботиночки выпали, заебись. Просто два корона не хватило тебе. 2000. Кому? Кому, мне или кому? Мне тоже полностью. 20 тысяч ран не нанес, да. Хуету какую-то показывает. Скиньте тогда посмотреть.
Блядь, Сань, а че использовать рекаунт, что у тебя там? Разберись с программным обеспечением. Ну, блядь, он просто показывает херню после мобов. Мобы бьем, он ДПС мобов почему-то показывает. У меня скачает Тейлс. Да, я тоже скачал Тейлс недавно, нормально, не парит. Ну что, у тебя мистер Бонд построилось или нет? Насчет чего? Ну, все равно уже, в принципе, те, когда я вешать не буду. Ну, имею в виду... А, это? Да нет, но они же сказали до ребута ждать. Не, так. Если будешь ты в КД. Ну, ничего страшного, Гера. Я снимал брустинг, Дебаф, главное, два человека с Энджикс, ты водишь мобов. Шаришь, как водить? Ну, я знаю, но у меня опыт плохой. Потому что у прошлого танка не было перчатки. Чарки на перчатке, и на меня мелкие слизняки агрились. У меня чарка на плюс 5% к агро, из-за этого они сразу ко мне бежали, он их стануть не мог, потому что, ну, у них не работает. Так что я хз, как это будет выглядеть. Смотри, какой у тебя стиль есть? Не так, не так будет, нормально. Короче, стой, будешь ловить больших. Окей. Вакати на полу сейчас. Подошли все под жопу. Возьмите дебаф, словите два человека минимум. Сэнджик, да, если будет пула. Да, у меня да, хорошо с пула. Кому там, блядь, давай я бро или баханду. Сиди давай там. Ебать, честная хуйня. Так, не видел, пусть. Понял. Гера как откатится через 2 минуты и отдашь плейстрада. Ну, я полутал два дебафа. Еще один кто-нибудь полутайте, как минимум. Вот, на меня слизнюк, видишь, бежит маленький, и ничего с этим не сделать. Просто заведешь его в мили-зону. Да. На лиг, с лиговайзу. Заведи в мили-зону его. Появится большой сразу, уводи. Забери его, то он нас упасит. Измор скинер по сосуне, а Кусяло тоже по сосуне. Большой появился. Пятнадцать секунд Геру даем. Что, Гера была, да? Да, ну сейчас, нажал. А у меня нету ее, блядь. Заебись, отдали Геру. Дайте еще одну. Так, нет, блин. Должна была быть, не тебе, ты ж не задыхал. Сам выкуп, что не было. Так. Числавность, отдай им наркосицу. Сосуна овертил. Сэндрикс, нажми массейп. А, у тебя не настакан, не бесполезно. Женя, отдай ты массейп пока. Уже у нас отбежали, отбежали. Бахал, нажми массейп. Войт, нажми гимн на хп. Не взрыв, отбежали все с центра.
Добейте. Блять. Кого-то с дебафом, надеюсь, остался. Травма. Так, голод с дебафом. И еще мы. Отдай альденит. Войт. Альденит. Так, альденит, ага. Этот, слышишь, у кого два дебафа еще? Ты назвал ники, да? Тенджекс, Войт. Кого еще назвал, по-моему? Войт, офни персонажа. Войт. Офни персонажа. Бременталь. Еще два. Бременталь. За минуту сделать успеем. Только дышку не лопать. А я квест потом сдать смогу? Да. Войт, офни персонажа. Быстрее только. Давайте еще прямо-нибудь офненько. Егор, потом можешь не заходить. Андрей, вместо тебя на профа пойдет. Скажите, как заходить. Ну, квест уже выходи. Уже. Как заходить? Скажем, когда заходить. А, окей. Валик нет, поэтому страшно ничего нет. Будет место залететь, квест сделать? Да. Будет. Квест никто не сдает. Подбегите, ждем всех. Твоя сестра, догоняй быстрее, давай. Чтобы быстрее было. Так, офнится потом вся первая пати после. Да, можешь прислать. КД только не принимайте. Ну, моя да, сестра. Минуты хватит взять квест. Хорошо, давай офнится первая пати, кто сможет, и еще там. Я не смогу. Так, фобуса можно уже место выкидывать. Андрей, принимай сон. Написано, нельзя примить к этой цели. Он тут. Так, Егор тут. Все, сдавайте квест. Возьмет, подождите. А, подожди. Блядь. Взял? Андрей. Да, взял. Да. Давайте. Молодцы. Заметили. Все, офнитесь. Шещлон, офни персонажа тогда ты. Багровое колье. Хладное око. Вы что там, охуели все? Из бабки. Багровый рубин. Заебись. Шещлон, офни персонажа тогда. Егор, возвращайся в рейд. Нет, ты ничего тут. Оставайся, Андрей. Войт, заходи и пшики с ума. Кого-то прогрузится, я прямо с ума. Прыгай. Я, короче, был ранен. Печень не принимай. Я жду. У меня проф убить, я могу уйти на профайте, то есть надо. Пока уже поздно, уже человек один ушел, попросился я им. Так что оставайся. Так, вот. Я принимаю, беру. Подожди. Если есть тайминг, я скажу, когда принимать. Вой, только ты не сдавай квест пока. Беги просто и не сдавай. Егор, ты остаешься. Сейчас засмотрим, подожди 5 секунд. Слава, бежишь там? Угу. То я тебя что-то по карте не вижу. А, все, вижу. Петя, если есть еще сум, принимай. Принял, дружусь. Сейчас мне квест только взять. Подожди, Слава, не сдавай пока квест. Скажешь, Петя, когда. Все. Давай, Слава. И не убегайте, сейчас сразу и Капанила засуманим. Барменталь, можешь заходить, Барменталь. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас надо посмотреть, чтобы крышка не повешилась. Кстати, а ну, живой, да? Да, сейчас загрузка зависла.
не знаю, в чем дело. Ну, что еще раз присмотрим, Егор? Я до чего, типа, когда не принимал, просто квест ебал, да? Да. Красиво. Ну, мне интересно было, можно сделать, да? Вполне. Таким образом можно продавать вот это. Бля, надо будет сегодня это. Эндрю, ты сегодня вечером занят? Все есть РТ вечерний? А? Я сегодня не занят. Мне просто, короче, надо будет вечером тогда это Карл собрать. Потому что это ебаный стыд какой-то. Я помогу там тебе. Там РТ есть вечером, но там быстро, я думаю, будет. И, типа час-полтора, наверное, будет. Понял. Я сегодня после РТ, короче, на рынок за мясом. Замариную и буду везде сейчас сидеть. Там типа и ВК, и руль Майхэм остался. Все. Короче, Сэндвикс. Все остальные вроде как знают, что делать. Сэндвикс, ты этот танчить умеешь, Бостон? Танчил? Да, танчил. Хорошо, отлично. Ты будешь на боте тогда. Так, напомню тебе. На всякий случай. Только можешь сказать, как вы водите? Потому что по-разному много кто водит. Правый вот смотри, по факту. По факту, иди сюда. Твоя задача будет, когда на первой фазе стоишь вот в начале. Ну, появились лужи, понятное дело, отвел немножко от луж, стоишь, станчишь здесь примерно. Начинает кастовать зеленого, бежишь к трусикам. Сейчас только я их переставлю, херово поставил. Вот, бежишь к трусикам. Бежишь к трусикам и стоишь здесь. На этой фазе с ним. Потом, когда начинается вторая фаза, как только она начинается, сразу босса сюда уводишь, вот, вот сюда. Скидываешь здесь колбы. Вот ведешь его сюда, сам через него пробежал, и все бьют его в лицо, скинул колбы. Потом все колбы просто будешь выносить туда, и будешь бегать между трусами и вот этой частью. Понятно? Ну я понял, да, я так и танчил. А на третьей фазе с левой стороны, да, водить? А на левой, да, веди в сторону, путь против часовой стрелки, короче. Да, окей, понял. Все, разбирайте фласки. ДДшные, Сацуне и кто-то еще. Кто там еще? Егор, кто понял, что помню. Кто еще? Рибах рыбу поставил, кушайте рыбу. Женька, ты в профессии сидишь. Джанг, закинешь СС на Фобуса, Макс, ты закинешь на Барменталя. Первый отдаст Фобус, второй Барменталь, диван. Сейчас метки не поставил, держите эти. Начинаем бой всех дэшники в квадрате, на себя еще квадрат поставлю. Боже, за зеленый. Когда зеленый появляется, все РДшники вот вокруг, вот по вот этому радиусу рассасывайтесь от луны до квадрата. И так только вперед не убегайте. В принципе, вперед можете убегать чуть-чуть, не сильно. Вот, примерно так. Такой рейндж. Но не сильно. Так вот никогда не бегите вперед. И назад то же самое. Но не меньше вот такого расстояния. То есть в квадрат, вот если стоите возле квадрата, смотрите, ребят, то возле квадрата, вот на таком расстоянии уже возле квадрата не стойте. То есть примерно раньше вот такой, раньше 15. Если уже прилетит, чтобы квадрат был свободен. Плюс-минус. Ау, Войт, Марсес. Да, отлично. Давай. Иди, иди в АК, пей в АКате, Женька.
Отбегите все от него, от Вакати, отбегите все. Пока что. Закидывай в него уже ходки. Омоложение, буйный рост. Все, нормально, сейчас чуть-чуть нахотается для меня. А хуй там, ничего не нахотало. Скоро будут лужи, приготовьтесь убегать. Летит, перебежали, перебежали. Молодцы. Все, веди к зеленому. Сэндрикс. Уже быстрее, прям беги, беги, прям к зеленому, уже беги. Вначале все РДшники вместе стоим. Нормально, после врезания все разбегаетесь. Ну, такое. Разбежались. Сбегаемся в самом конце, только в самом конце. Летит в нас прям. Сэнджикс, нажми my save из Сатуны. Переводим босса. Красного, Женька, не плюй. Потом все сразу свечаемся в красного. РДшники сразу свич в красного, милики. Сэнджикс, веди туда сразу к стенке, там где колбы скидываешь. РДшники, отбегите ближе к квадрату, чтобы было больше места для пельменей. Чуть-чуть. Милики побежали. Фокси, плюн. Летят пельмени, разбежались быстрее. Числавность Бэр по Сацуне сразу Иннерс вместе с Изморским. И ребафу. Я лагаю, пиздец. Ну, пытайся, Санч, хоть что-то делать. Разбежались, уже летят в РДДшников обе, при том, что... Летят пельмени. Один возле печеньку примерно, другой там где-то возле миликов. Скоро будет зеленый. Зеленый. РДДшники вокруг квадрата. Только вместе не стойте, разбегитесь. Сейчас будут пельмени и этот. И лужи сразу. Пельмени летят. И лужи полетели. Отлично, сбежались к черепу. По зеленому играем. Дальше можете сразу все сбегаться. Сбежались абсолютно все. Хорошо. Энджикса прохильте. Пельмени летят между квадратом и печенькой. Аккуратно. Так, Кусяо, Иннер по Лолу залей. Красный появился, Лол побежал. Блин, ребята, куда вы все бежите? Ворохуйся. Пельмени, Тучиславность, аккуратно, и милики, аккуратно. Или Кусяло там. Так, РДшники вокруг квадрата рассредоточились. Вместе не стойте, разбежались. Дайте РНЖ больше друг от друга. Лужи полетели. Меня продавайте. Вообще похуй. Саня, блин, конец, ты чё? Я выжил как-то. Блять. Кто там стоял? Как ты вообще туда отлетел? Хотел его засейвить. Короче, изморский БР по мне, по барменталю Кусяло. Лоу БР по Альделит. Нет, если не отдали по Сацуне. Кто-то. Бля, там колбы, короче. Пельмени полетели. Шаниш. Бля, ну... Красного бейте. Нет. Перефаза красная. Пошли.
Не, аккуратно. Разбежались РДДшники вокруг... Смотрите, колбы в РДДшников одна летит, разбежались. Сенджикс, готов массейв. И Хау тоже отдашь массейв. Отдай массейвы. Играйте по зеленому, потом... Летят сразу пельмени, смотрите на пельмени, набегите 3%, 6 секунд, не успеете. Стопните по боссу. Стопните по боссу, стопните, стопните. Сейчас ждите, пока красный выберет цель, сразу красного все бьете. Милики тоже уже на красного, бегите, но не, к нему не близко не подходите. Так, тщеславность инер по Халу, изморский инер по Сасуне. Полетели пельмени. Добили красного, перевели профа. Ассессы закастуйте так же, как сказал. Переводите профа. 9 секунд есть. 1%. Давайте. Все, молодцы. Первый танчи в Акатли. Поставил вам метку квадратик. Бегаете все РДшники за квадратиком. Так. Кусяло инер по вас отцу на зальешь. Геру дали? Куда повел Женя? Не в эту сторону. Ладно, ведите в эту сторону. Отбегите РДшники, отбегите от босса, а то сейчас пельмени будут близко лететь. Вот, все. И на пути миликов не стоите. Уже полетело, отбежали РДшники. Старайтесь вместе бегать. И быстрее реагировать. Пельмень летит один вправо, один влево. Аккуратно на эмобой. Сколько там стаков, Женя? 4 стака забирай. Давай барменталь, фобус точнее. Дай бы этот диван. По Вакати. Саня, вставай, Андрюх. Будет, следующий барменталь готов, сейчас Энджи скажет, как 4 стака будет. Саня, куда ты бежишь? Отбегите от лужи. Лё, блядь, вы что делаете? Сейчас, блядь, сейчас сдохните. РДДшники, отбегите от пути миликов. Станьте возле лужи близко, но не утайте урон от лужи. А то если ваша залетит колба и пизда, не будет куда бежать. Сенджик, сколько стаков? Барменталь отдай. Барменталь отдай. Проводи сюда, профа. К нам проводи дальше. Лужи полетели. Дальше, профа, к нам проводи. Прям веди его сюда. Ну хватит урона, но все равно хуёвые РДДшники стояли. Если бы у нас урона было меньше, мы бы не убили. Ну метка же упала, не знаю, где стоять. Пельмени, смотрите, прям летят в вас. Все, добивайте. Так, кто видел, кто... Колба? Победа. Хорош барменталь. А пока в колбе побегает. А пока осковывай побегай. Ну да. Так, Андрюх, хлопни персонажа там Сафиона, возможно, нужно. Или просто пока выйди. Давайте портал Доваран поставлю. Потому что Барменталю может. Точнее, Сафиону может нужна будет эта катушка. На Вальку зайдешь. Все, пошли на кровь дальше. Джанк может в десктопе обратно прыгать. Да вы, кто упал, можете встать, тоже быстрее будет гораздо. Аня, тебе 3 надо ДС-а для грани. Кинь обмен. Мутики колбу носят, но я пока лучше паладинам отдай. Ну, как бы, определенные отмотки должны быть под колбу. И заебись, колба будет заходить. Я тебе потом помогу, Фокси. Просто, когда у меня будет свободное время, если хочешь, можешь с тобой видеть, я тебе все расскажу.
Оба заебись двум классам, мутику и там. И поводим. ДК даже не считают. А подожди, сейчас чулан, пока Андрюха не зашел, сиди пока. Если зайдет туда, то... Аня, на тебе порт или что там, иди грань делай. Пока мы трэш чистим. Да, заебись трэш чистим. Да, мне тоже нравится. Пошли, 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 чё стоим? Ребят. Или вы въёбываете, скотины? Изморскому боб закиньте. В локате, Жень, нажми массейв. По черепу играйте. Вообще, чего он зашел? Ну, сейчас трэш добьем тогда. Андрюха, лопнешься. Может, катушка нужна. Я тебе порт поставлю. Исправится, что ли, блядь? Тебе не... Короче, чего он, тебе надо что-то с босса? Егор, надо что-то с босса? Ты даже не так, смотри на Лану, надо, с Ланой надо что-то тебе? Mm-mm. Все, ты тогда на Лану уступишь этому щечлону. Стой, не пуляй, не пуляй, пока тут коты через внутренний огонь заберут. Не, короче, Валька и Лич. Ну и Тухлопус. Или Гниломор, короче, там где пояс. Все больше никакие базы здесь не будут. Давай Галансию быстрее ваншотить. Тухлопуз. Нет, вступит уже... Решили, какой человек. Так, кто нам заруинил? Меня убил еще одного человека. Видел кто-то? Красный типа выбрался. Ой, зеленый, когда тебя что-то... Когда меня еще одного человека, потому что мы пытались засейвить. Короче, кого откинуло в сторону? Вот так. Видел кто-то? А, все, альделит, значит, минус. Альделит минус тогда 250, наверное. Типа, сука, тех тактиков, блядь. И со спуньки можно минус 250 дать. Все, давай правую пачку и по черепу играем. Отлично. Ну иди делай ее, Аня. Или... Вставляй соки. А, уже вставил. Сейчас засмоньте. Прежде чистим. Свести. Опять за каждого червя. Пройдило. Душа, душа, блядь. Короче, в Акате ты будешь на двух. Тенджикс ты на одном. На кельсите. Нахуй эти черви, они же не могут на ДПС. Ты просто, блядь, по привычке вкачал и всё. Повтори, пожалуйста, просто слушал Санджекс на плесете, да? Да, да. Окей. Ну а куда эти три таланта девать? Нет, куда. Плюсики. А, чёрный день. Как вот этих плесик? Переставлю сейчас череп. Играйте все по черепу. Ставлю по альделит.
портал. А? А ты не хочешь, что как бы тебя в ране не согласит камни? Ты не хочешь помочь? Чего? Нет, ты не хочешь помочь камни? Где камни поменяют? В ране? Нет. Охуя, не нравится. Чем тебе сила не нравится? А куда оно? А что ты предлагаешь? РПБ мне, блядь, и так перетап. Крита у меня в рейде как раз почти 55%. Ну, идеально, блядь. Короче, Шестьлон, тебе с босса ничего не надо? Да, тогда сиди и на эту зайдешь на ламе. Короче, два ханта на сферках, Капанил слева, Нбит справа, и Джанг давай плюс-минус центр там, за центр сзади, скажем так. Ловец снов, короче, давай ловец снов сзади, Джанг спереди, когда будет падать. Рыбу, стойте, не спешите, не загрите. Блять, ту сосунную фласку взял, но не выпил ее. Бля, реально. Сука. Минус Ань, дали? Андрюха, дай минус. Минус 250 альдрит и минус 250 сосунный. Или Войт, кто-то из вас один. Готовность на пол. Данг, Фобус. На пулы в бокате все. Первый масс сейф лок. Первый масс сейф в бокате отдаст. Или что-то сорвал, сова какая-то. Аккуратно со страфовами. Разбежались. Локати массей. Совы, аккуратно. Стойте с правой стороны. Чтоб не... Либо страховый не знаете. Дали Геру. Полтора драма играем. Эй, кинетику. А, там пружинка, сорян. Пружинка, смотрите, тоже сзади. Юра. Аккуратно. Нейтральную кинетику только погоди. О, килисету. Только точечно. Хоть его и отвели все равно, и за огром следите. Все, милики, чильте, стойте, РДДшники. Агро следите только. Хау, ты будешь следующим, когда активируется массейф отдавать, когда активируется Вованар. Когда он будет сотрясающий кастовать. Приготовься, скоро будет. Отбежали, отдавай массы. Все троем отдали, да? Или меня показало, что все троем. Вы все троем отдали? Наверное. Еще и написано было, что отдал четверо.
Ну, на следующий, значит, не будет, поэтому сейчас убегайте. Все четыре масса его отдали. Не спешите все сразу отдавать. Я же сказал, кому именно. Убегайте. Так, сейчас немножко смотрю по разъебасям, потому что уже таймер подходит, чтобы я в какой-то раз не проебался. Пока трэш чистим. Трэш продолжаем чистить и пашем смог. Выпало? А пока? Не, говорит, пошел нахуй, хватит. Три упало, все. Чего он тоже следи за шмотом, который тебе нужен. Так. Ладно, я тогда поебашу пока шмот, который не нужен Сацуне. Амулет. П. Конишка 10 раз. 2, 3. Андрюха, поднимай, пожалуйста. Отойду на пару минут. Так, два человека ушло, остальные пока никто больше не уходит. Вернуться они могут там где-то ненадолго. Можешь это перед тем, как меня заменить, эту хантовскую печеньку поролить, и я пойду, короче, пробовать. Да я сейчас почти весь шмот разъебаю. Так. Запы танковские. 10 старт. Сенджикс надо тебе? Не, у них 10. Я могу взять. Тогда Лиговайз. Ну, Лиговайз 10 поставил. Пиши лох тогда, Лиговайз. 10 лох. 10 раз. 2. Перекинешь обмен тоже. Билунг. Может, кому-то надо на какой-то успех. Маша. Воу. Воу, 10 раз. 2, 3. Колечко такое. Пустое кольцо. По-моему. Славность. 10 раз. А, стоп. Я припутал с мамой. Мне не надо. Ну, на хила не надо. Не-не. Блять. 10 тебе почему жалеете? Чему-нибудь забирайте. Ёбан. Андрю, верните славность. Андрюха, кстати, этот... Воу, 10. Раз, два, три. Кинешь обмен за кольцо. Тоже. Блядь, жалеете ИП там? Чё его жалеть? Да нет, просто типа я с МП-5 припутал. Типа дерево тоже МП-5 не особо надо. Даже если собирать. Танковская голова, может, кому-то надо. Раз, два... Три, никому не надо. На мейн никому не надо. На успехи, может, кому-то надо. Сенджикс, надо на успех. 10 хп. Раз, два, три. Короче, тоже никому не надо. Вот, наверное, ты это кольцо думал. Другое кольцо. Славность 10. Кусяло первый поставил 100. Раз. 200. 300. Давайте быстрее тогда, пожалуйста. 300. Раз. 400. Можешь 40 писать. Там 45. Тут у меня 500. 500. Раз. 2. 3. Кинешь у менеджера. Сейчас доебашим туда уже шмот. Что ты? Аутера.
Шанишка, 10. Раз, два, три, кидай, Машка, обмен, там у тебя, по-моему, две шмотки. Счет и шея, да? Сейчас доебашим дальше. Кидайте обмен, кто там что сролил. Пояс. Так, воу, что ты сролил? Кольцо и небелунг, и кольцо, по-моему. Бля, наручи пароли, да? Проебал я, сука. Обидно, досадно. Ну ладно. Сапоги. Будрейвен 1000. Раз. 4 еще чулон. Будрейвен 5. 5,5. Санька, вырывайся. Я не могу тебе легалайз отдать зап, у тебя не было на первом боссе. А пока уставь. Чирик стал. Апокалипсис. 10 раз, 2. Продано. Финиш. Дай мне. Верни ИП Андрюха этому. Легалайзу и... Будрейвен 8 раз, 2, 3. Кидай, Макс, обмен. Да думаю, Андрюха, это то, что он типа не может его придамажить, ему уже 10 типа подарит, но. Не, давай по-честному. Не, я. Знак Пау Жрец Вок. Типа знак уважения, понял, типа. Давай возвращать типа. Пау 10. Раз, два, три, кидай мне, Пау. Понял 10 раз. Нет, дальше идет 50, 100. Твоя сестра, а не 10, не 20. О, 100 раз. Капанил 200. 300. Сейчас, секунду. Раз. 500. До этих токенов. Ну, смотрите сами, их еще нападает. Чего вы, блядь, душите за них? Твоя сестра. Раз, два, три, кидай мне. У человека 1000 ЕП, он, блядь. Красавчик. Я пошел, да? Да, вот квадратику обмен кидайте. Да, еще чего-то. Есть еще такие печеньки? Еще чего она? Все, по-моему. Они есть, подожди, есть. А на тебя не подходят они, все можете. Так, дальше руки. Никому не надо. Раз, два, три. На успех может кому-то. Твоя сестра 10. Кидай мне. Убойник. Раз, два, три. Кусяло на оф. Разве идет? Ой, я что-то подумал, что это киловской, блядь. Кусяло там Фокси 10 раз. Два, три, кидай мне. Короче, ЕП уже минусанули за профа. Не знаю, что ты там поменял. Травма. Ого, вот это. 10 раз, 10, 2, 10, 3, кидай мне. Так, Кусяло забрал там новый этот кассет или что? Не-не-не, он же ему не идет, он даже не наденет. Мало ли, я хуй знаю, будет как талисман носить на шею. 5 секунд, человек, уже доебашим последний шмот, тут 3 шмотки осталось. Я не проебался дальше. Этот, грудь. Бисовый грудак на танка. Раз, два, Сенджик 10 раз, два, три, кидай мне. Знак, два таких сразу, если что.
Один или два берешь? Один, не один. Это с профа, да. Сейчас славность 100, лол 200. Дебанашки. 200. 200 раз, 2, 3 кидами. Второй тоже самое, епэша. Второй епэшти. Чирик. Ну. А, там он изморский. Изморский 10. Так, я же бы не поставил. Ну, сотку поставить. Ну, поставь 10. Ставишь что-то больше, быстрее. То, вон, после знака стоит только десятка. Короче, раз 10. Тиславность 100. Раз. Два. Три. Дай мне. Ебать, долги вовсе. Давай, Барменталь. 10. Нет, Хау, ты хэпал по мейну. Так не работает. Короче, Барменталь 10 раз, 2, 3. Кидай обмен. Так, все, типа, мейн состав, все колбы собрали. Можно занимать очередь. Все, я занял. По-моему, еще остался один человек, Архиса. Последний красный. Или сетов искуситель надо кому? Раз, два, три. На энха какого-нибудь. Не последняя шмотка. Грудь. Это так не работает. Ты можешь с этим ходить. С ЛПГ, с пауэролом. Есть мейн спек. На него ты ипэшь. Вот. Да? Короче, больше никому шмот не нужен. Кто не умеет убрать укусы, лучше их не берите. Это первый момент. Выносим метки, будет танчи сэнджес. Крест, квадрат тоже не занимаете. Справа, слева, спереди и сзади не занимаете. Держите рейнджет этого всего. Дальше. На первую взлетку отдаст массейв Вакати Сэнджекс. Вакати и Сэнджекс. И мастер на тьму от... Давай Фобуса. Потом тьму забирает Барменталь и нажимает, когда она приземляется, мастер на тьму. На вторую взлетку отдает Сацуне массейв и отдается три гимна на хп. Хау продолжит потом массейвом твоим, массакрой. И мастером на тьму. Все. Барменталь, возьми тьму, я сбежал. Давай, кидай ролл. Стоим все в одном фрейме, если что. Окси еще, чего он, Числавный, Сэнджикс, Марсес. Пулите именно на первой секунде, не спешите. Ой, на твой пул, на первый мы приподы бьем. Поехали. Сэнджик, я скажу, когда. Смотрите в зеркало, другой человек не полутайте. Сбежали с пактом. Под жопой вообще все должны стоять. Будреван укус забрал. Макс, укусишь? Нет, ДБ этот багается. Бикаун. Короче, укусишь меня. Меня укусай, я укушу Апокала в кресту, ты укусишь. Сейчас вон выбеги. Ты укусишь Легалайза в квадрате. Прохил рейда. Можешь давать. Рот. Тени через 8 секунд приготовьтесь. Тщеславный стинер по шанишке. А покус Саня и благодаря Бикима. Меняю, покусай Апокала. Ну ладно, красавчик Макс. Ну просто урона до хера потерял. Уже кусал бы это. Апокала. Вылетел один хил. Хуёво дело. Кусял Инер по Сацуне. Из Морски выбежал.
Так, Вова, давай. На эти тени, Маша, закидываешь зубы. Бета-тестер выбежал. Саня, Бетик. Твоя сестра. Убежали, быстрее влево все убежали. Бета-тестер минус. За что? За что, блядь? Ну ты не вынес, за что, блядь? Не на мне было. В смысле не на тебе? Ты, на тебе было, бета-тестер. Да не было на мне. Так что, падаем. Минус 5. Ну, Саня тоже надо вагон. Минус 5. На бета-тестера ж повесил, или я ошибся? Нет, блядь, на сестру твою нахуй. Нет, на твою сестру. На брата, на отчима, на отца, на мать. Я понял. Тогда этот... Можно и мне минус дать. Давай ему. Масрезка, блядь, ебучий пец. Блять, и меня из-за тебя убило. Сань, стой, куда встал Кусяо? Есть, кстати, шаман? Бетик, вставай, если ты не... Если ты возле босса. Я возле босса. Твоя сестра, вставай ты. Не, вот я вот вижу, что написано, что повесилась на меня, но нихуя не на мне было. На тебя только что в конце повесилась уже. Не, там еще выше, смотри, есть тоже на меня написано. Кастуй мастрес. Пока суды дело вырезаете, напомните, пожалуйста, какой навык кузнечки позволяет сделать дырки? 400. Твоя сестра, мастрес, будешь кастовать или нет? Открываешь книжку заклинаний. Нажимаешь гильдейские бонусы, они под всеми твоими этими обилками. Ну, то есть, смотри, у тебя идет от стандартной обилки три ветки, допустим, или две. Да поднимешь кого-нибудь просто одного, и все, мы поднимем сами уже. О, молодец. Да пусть учится, что вы? Нормально. Да пусть. Короче, Натали. Да блин, у меня в той гильдии не было масс-реса. Ну то в той, да, а нормально. Мы-то избраны. А мы-то это уже. Ну все, а мы это. Все, спокойно. Ничего страшного, вообще ошибаются, скажем так. Просто Наташа или Натали, как там тебя зовут, в следующий раз просто следи, если на тебя вешается тень, а нужно убегать сразу. Блин, я тень не вынесла. Не, поздно вынесла, у нас убило всех. Сори, ребят. Все нормально. Ничего страшного. Просто минус получилось. Дайте минус FDK. Ой, ладно. Чтобы не было. FDK уже, блядь. Лыжа нам острил. Короче, у меня вопрос не по теме, и кто может подсобить по-быстрому. У меня просто забагался этот путеводитель. Линкануть и дебаф, который вешает укус. Я что-то себе с воду сделал, у меня нихуя не отображает. Хочу добавить по новой. Укус кровавой... Этот... Укус кровавой королевы. По-моему. Сейчас первым скопируешь. Ну, спасибо. Ну, поставьте уже шкаф, а он уже почти добежал, ладно, нормально. Вот так. Дайте вроде должен называться. Ну, если, может, ну, быть, да, сущность... может быть, не что работает, если сущность и кровавый нужно с большой буквы попробуй. Фристабал будет? Как будет. Еще ж не все добежали, по-моему. Готовность на пол. Хитсуна, твоя сестра, Хао, Фобус. Секунду, пожалуйста, секунду. Так, у кого есть расплыл из тех, кто здесь есть? Что у нас? Джанг, давай ты обмен. Распылишь, кинешь. Габа. Верни мне лутера. Сейчас дам. Все, готовься. Пока не надо. Хотя давай.